Всем привет! Я Даша, и сегодня я делаю первый обзор на книгу. Это мой первый опыт, и я очень волнуюсь, но я постараюсь заинтересовать вас книгой. Расскажу о книге «Путь домой» автора Брюс Кэмерон. Молодой человек по имени Лукас кормит бродячих кошек, которые обосновались под соседним домом. Он там находит щенка питбуля и называет ее Беллой. Когда Белла появляется в доме у Лукаса, ее замечает инспектор по отлову животных и начинает их семью преследовать, говоря о том, что питбуль по закону не может находиться в Денвере и что животное не может выходить за границы своего участка. Лукас с матерью, чтобы спасти собаку, отдает знакомым в другой город, где закон позволяет содержать эту породу собак. Но Белла не может расстаться с любимым хозяином, и она сбегает. А дальше начинается все самое интересное. Мы узнаем о всех злоключениях Беллы, как ей тяжело было в этом ее путешествии, каких друзей и врагов она встретила. Вся книга повествует о ее невероятных приключениях, новых друзьях и выживании. А самое главное о том, что собака при любых обстоятельствах продолжает любить своего человека. Дочитав до конца, вам почти 100% захочется обнять свою собаку, если она у вас есть, и помочь всем бездомным животным. И в каждом потерявшемся и брошенном создании вам будет мерещиться Белла. Надеюсь, я заинтересовала вас книгой, и вы с удовольствием ее прочитаете.